Азербайджанцы, чуваши, немцы, корейцы, таджики, узбеки, киргизы и татары, армяне, монголы, тувинцы. Представители больше десятка диаспор из разных сел, деревень и городов Хакасии съехались в Абакан, чтобы пройти в колонне парада «Дружбы народов». Мы приехали из города Черногорска, мы привезли молодежь, чтобы она тоже знала, сколько национальностей проживает у нас в Хакасии. Мира, дружбы и добра! Ура! Впервые акция прошла в городе Киров в 2014 году. Сегодня к ней присоединились уже три десятка регионов России, Хакасия в числе первых. Более 300 лет тому назад наши предки воссоединились с Российской империей и перешли на новую русскую цивилизацию. И это дало нам возможность развития. Мы гордимся, что находимся в российском государстве. Для нас это благо. Это воспитание патриотизма, любви к большой стране России и своей малой родине, многонациональной Хакасии. Это единение, которое сегодня присутствует в республике, очень дорогого стоит. С каждым годом это мероприятие собирает все больше и больше людей. Среди самых активных Махферат Насрулаева, который живет в Хакасии почти 40 лет. Здесь родились ее дети, внуки, обосновались родственники. Мы благодарны Хакасии, что нас Хакасия приютила. Здесь мы себя нашли. Очень приятно здесь жить. Сколько у меня здесь друзей. Все фотографируются. Очень приятно. Понравились и великолепная музыка, и знакомые с детства песни. Концерт был замечательным, а само торжество – коротким. Впервые в рамках праздника не звучали поздравительные речи. Возможно, республиканские власти решили не делать торжество долгим и нудным. Несколько непривычно, однако это не омрачило настроение в один из главных государственных праздников страны. Настроение очень хорошее, солнце светит. А как еще должно быть? А как еще может быть? Юлия Константинова, Владислав Пустовойт, РТС.